6, это реальный хэппи-мен говорящего Тома. Господи, что это Настя? О, господи! Господи! Это говорящий Том, чёрт! Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис. И просто сразу же переподписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь, поди, ты же знаешь, в это время Суприм Банда будет дать всеми. Кто не с нами, тот под нами. И как вижу, прочим, мне очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою Суприм Банду, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткие видео. Потому что сегодня в 3 часа ночи я хочу заказать в Макдональдсе Хэппи Мил говорящего Тома. Как мы с вами знаем, банда, в 3 часа ночи в Макдональдсе открывается скрытая вкладка, где мы можем заказать какой-то мистический Хэппи Мил. Уже ранее, банда, я заказывал такие Хэппи Милы, как Cartoon Cat, Сиреноголового и даже Brawl Stars XE. И каждый раз, банда, происходила какая-то жесть. Что будет сегодня, я без понятия, но я уже хочу это заказать. И банда, вы не поверите, но на часах уже 3 часа ночи. Примерно сейчас мы уже можем зайти в Макдональдс и увидеть ту самую скрытую вкладку. Давайте же это сделаем. И вы, банда, в это не поверите, просто жесть, посмотрите. Хэппи Мил говорящий Том. Я вам говорил, нереально это продают, просто жесть. Стоит он целых 350 гривен. Это довольно много, как для обычного Хэппи Мила. Но тем не менее, банда, давайте посмотрим, что входит во внутренность этого Хэппи Мила. Итак, банда, у нас есть немного всего. Всего лишь Биг Мак, фри маленькая, напиток стандартный, плюс игрушка Тома. В принципе, все как обычно, даже ничего мистического нету. Разве что, банда, что-то не так будет с этой игрушкой Тома. Но тем не менее, банда, я уже добавляю эту в корзину и заказываю его. Окей, банда, я заказал Хэппи Мил говорящего Тома, это просто жесть. Я уверен, банда, что сегодня будет происходить что-то жуткое. Потому что то, что у нас происходило раньше с говорящими питомцами, это была полная жесть. Тем не менее, банда, ждем, когда мне позвонит курьер, чтобы сказать, что нам дальше делать. Идти куда-то, либо он нам сам доставит. А пока что, банда, давайте на это видео наберем 10 лайков. Тогда, банда, я закажу Хэппи Мил говорящий Анжелы. Просто представьте, говоря, говорящий Анжела — это реально одно из самых ужасных существ говорящих питомцев. Я думаю, там будет полная жесть. Так что, бро, скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ведь в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Так что, бро, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем ждем, когда мне доставят Хэппи Мил. Погнали! Включила. Окей, банда, это просто жесть. Прошло уже где-то 40 минут, а курьер все еще не звонит. Мне кажется, банда, судя по прошлым случаям, с курьером что-то случилось. Но поэтому, банда, я думаю, что нам нужно проделать путь, выйти из моего дома и хотя бы дойти немного до Макдональдса, чтобы понять, где находится курьер. Возможно, банда, эти говорящие питомцы его просто убили. Потому что в прошлый раз реально происходила какая-то мистика. Окей, тем не менее, давайте уже скорее будем идти. Нужно скорее выйти ему на помощь. Я думаю, банда, он реально в огромной беде. Идем быстрее, я уверен, у него огромные проблемы. Это просто жесть. О, господи! Черт, просто посмотрите на это, банда! Неужели мы опоздали? Нам просто доставили, даже не позвонили! Такая жесть! Господи, весь напиток просто разлился! Окей, я это забираю! Посмотрите на это! О, господи, просто жесть! Мне очень страшно. Это реально жесть, господи, банда, просто посмотрите. Это как будто кот поцарапал, вы это видите? Реально царапанный от когтей кота. Просто жесть, банда, что если говорящий Том существует в реальной жизни, а не только во вселенной игры? Окей, тем не менее, банда, нам доставили напиток, хотя здесь уже почти ничего нету. Просто посмотрите, что там. О, господи, оно просто жестко воняет. Господи, это такая жесть, банда! Вы не представляете, насколько это вонючая жесть! Что это такое? Половина вывалилась на улице! Окей, банда, это реально жутко! Я не знаю, что это за напиток! Возможно, это даже котячья моча! Господи, это просто жесть! Окей, пустые здесь! Тем не менее, банда, у нас еще здесь есть Хэппи Мил говорящего Тома! Давайте уже быстрее его откроем! Господи, банда, такая жесть! Это реальный Хэппи Мил говорящего Тома! На часах 3:40! Это нормально, что часы стали? Как раз в то время, когда мы принесли этот Хэппи Мил. О, господи, банда, это просто жесть. Реально происходит какая-то мистика. Тем не менее, давайте уже откроем этот Хэппи Мил. Мне очень интересно, что у него внутри. Окей, банда, сейчас на ваших глазах я открываю этот Хэппи Мил. О, господи, просто жесть. О, черт! Просто посмотри, там куча всего лежит. Такая жесть, Суприм Банда. Окей, давайте достанем что-то самое первое. Я не буду смотреть, что я достаю. Господи, что это? Посмотри! Это корм, котячий корм. Она находится в картошке фри. То есть вместо обычной картошки фри нам положили котячий корм. Это просто жесть, банда, это реальный котячий корм.
Что если он отравленный? Что если это сделано специально, чтобы мы дали своим котам? Я никогда в жизни дам это своим котам, это просто жесть, банда! Это реально какой-то странный кочачий корм! Аки, тем не менее, банда вместо картошки фри впервые такое, что нам доставили кочачий корм! Аки, банда, я в шоке от всего этого, просто давайте уберем это отсюда! Нереально в это все не верится! О, господи, аки, суприм банда, давайте достанем, что у нас дальше! Здесь бургер, банда, просто посмотрите! Он снова запакованный! Давайте его откроем, посмотрим, что там внутри! Просто жесть, господи, прошлые бургеры были реально очень жуткие. Один раз даже пришел бургер полностью в крови. Фу, что это такое, Настя? О, господи, ты видишь это? Просто жесть, как же оно воняет. Господи, о, черт, оно реально очень сильно воняет, банда. Просто жесть, господи, просто посмотри на него, Настя. Такая жесть, он полностью испортен. Просто жесть, он очень сильно воняет, банда. О, господи, окей, просто посмотрите на это. Он полностью уже вцвели. О, господи, что это за листки такие? Что с ними? Просто жесть. Она просто жесть, как воняет, господи. Окей, мне кажется, что котлета внутри даже не жарилась. Просто... Просто жесть, суприм банда. Окей, давайте его разберем. О, господи, посмотрите, что здесь. Такая жесть. Он полностью уже испортился. Господи, как же оно воняет, господи, такая жесть, о, черт, фу, просто посмотрите, господи, фу, как же это отвратительно, о, черт, мне прям даже глаза уже слезли от этого, окей, я думаю, нужно его просто выбросить, даже не оставлять в доме, потому что это очень вонючая штука, господи, окей, давай я просто уберу это, сиди здесь, это такая жесть, банда, оно очень сильно воняло, окей, тем не менее, мы достали все, бургеры, картошку фри, так званую картошку фри, теперь же, банда, давайте посмотрим, какая там игрушка, если честно, все еще не видел, окей, давайте ее достанем на ваших глазах, банда, достаю игрушку говорящего Тома, как там писалось я тогда, окей, здесь что-то мокрое еще. О, господи, что это, Настя? О, господи, это просто жесть! Ты видишь это? О, у него просто отрублена голова, она полностью в крови! О, господи, это просто жесть, банда, вы это видите? О, чё, мне просто в это не верится! Это такая жесть, господи! Кто-то просто оторвал голову ковырящему Тому, вы это видите? Просто посмотрите, банда, это была обычная игрушка! О, чёрт, Настя! Никто же нам не доставил заказ! А что, если это кровь курьера? Это просто жесть, суприм банда, мне в это реально не верится! Просто происходит какая-то жесть. Это реально отрезанная голова говорящего Тома и кружка говорящего Тома. И на ней есть какая-то кровь, вы это видите? Это просто жесть, суприм банда. Мне это прям не верится, господи. С этим Макдональдсом Трисон очень реально происходит какая-то мистика. А что тогда будет с говорящей Анжелой? Она же полностью обезбашенная. Если говорящий Том убил курьера, то что будет с Анжелой? Мне просто это все не верится, банда. Окей, тем не менее, я не знаю, что с этим делать. Мне реально страшно. Я впервые такое вижу. Игрушка полностью в крови. Ты это видишь? Что вижу? Такая жесть, это реальная кровь, банда. Просто посмотрите на это. О, господи, как же она жутко выглядит. Окей, нужно срочно ее куда-то деть. О, господи, окей, там еще что-то есть. Там очень много всего, она очень тяжелая. Посмотрите, сколько здесь корма. Вы это видите, он весь в крови. Господи, это просто жесть, суприм банда. Что вообще происходит? Мне просто в это все не верится. Там полностью все в крови. Вы это видите? Господи, без понятия, что не так с этим хиппи-милом. Это, наверное, самый страшный хиппи-мил, который мы только заказывали, потому что здесь 100% убили курьера. Окей, это просто жесть, суприм банда, посмотрите. Там полностью все в крови, вы это видите? Полностью весь ком в крови, это такая жесть. Мне в это прям не верится, просто жесть, банда. Просто посмотрите на все это. Как же это? О, господи, что это? Говорящий Том начал загрузку? Само приложение начало скачиваться само по себе. Это просто жесть, посмотрите на это. Оно только что само начало скачиваться, вы это видели? Просто жесть, суприм банда, что вообще происходит? О, господи, ты это слышала? Что это было? Это просто жесть, суприм банда, это реальный говорящий Том. И он только что нам сказал, что мы сдохнем. Он сам только что загрузился в мой телефон. Это просто жесть. О чем ты говоришь? Что ты несешь? О чем ты говоришь? Что ты несешь? Эй, Том? Эй, Том? Он просто за нами повторяет. Просто жесть, банда, он перестал с нами разговаривать. Том, мы знаем, что ты маньяк и убийца, можешь этого даже не скрывать. Что ты скажешь? Забери у Тома, получи и вырви себе кишки. О,
Господи, что он несет, банда Б, это слышите? Это просто жесть! Это просто какое-то ненормальное существо! Просто какой-то сверхпсихо, банда Б, это слышите? Это такая жесть! Это реальный монстр банды, я не знаю, что делать дальше! Он же и нас может так само убить! Я убью всех, кто посмотрел это видео! И вам уже ничего не поможет! Господи, что за бред, Том? Ты ничего никому не сделаешь. Ты ничего никому не сделаешь. Что происходит? Том? Том, ты слышишь меня? Том, ты слышишь меня? Слышали это? Он просто выключится, приложение выключилось, банда Б, это видите? Окей, давай срочно, где-то здесь в телефоне есть приложение. Его нигде нету, он как будто не скачивался, банда, посмотрите. Говорящего Тома приложения вообще нигде нету, нигде, просто жесть. Он как будто просто появился и сам удалился. Ты слышала это? Что? О господи, аккуратно идем туда, только аккуратно, Настя. Это просто жесть, что если это он, что если он хочет нас просто убить? О господи, банда, мне очень страшно, черт, там реально что-то как будто упало. Окей, банда, просто жесть, как же я напуган, мне просто в это не верится. Окей. О господи, банда, что там такое, просто жесть. О господи, вы видите это? Это говорящий Том, черт, он нас всех убьет, просто жесть. Господи, банда, какая же это жесть, просто жесть, вы это видели, это был реально говорящий Том, там было его тень, даже его немного видно. Окей, нужно срочно со всем этим заканчивать и валить отсюда, потому что иначе он просто убьет нас. Смотрим, банда, вот комментарий с прошлого видео, просто какие шикарные, идеальные комментарии. А брось, ну ты хочешь попасть на еще видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажимай колокольчик и все про то же новое видео. Лайк, лайк, комментуй на видео, бандит, а также про тебя, про наши инстаграмы и про помни одно. О господи, он уже идет сюда, оставайся тебя шикарным, пока!